тебя столкнулись в подземельях Агропрома кровосос и контролер. Кровосос. Ну ты меня и напугал, чудовище. Контролер, ты на себя посмотри. Тоже мне принц прекрасный. Thank you.
Эй, мужик, проваливай отсюда. Еще раз увижу тебя за установкой всяких сканеров на нашей территории, получишь по башке. Нам эти железки тут ни к чему. Чего я там вздумал? Людей травить? Бармена тоже перекосило. Кто? Значит, я? А сталкер? А что, я?
Должно быть, здесь и сидел Харек во время самоубийства. На стене остался большой сгусток его крови. Записи, на которых покойный Харек описывал безопасные тропы по аномальным полям, отмечал скопление мутантов, фиксировал периодичность выбросов. Интересно. Он совершенно точно не планировал вот так просто застрелиться. Какой-то странный рисунок на стене. Интересно, он уже был тут до прихода сталкеров? Или же его нарисовал Харек?
Thank you.
Вот же дрянь! Мать вашу, нечистое тут дело! Может, тварь какая-нибудь поблизости мозги людям полощет? Гляди в оба, друган! Мы тут совсем одни! Никто не поможет! Чертовщина какая-то! Жутко, нехорошее здесь место! Выживем! Ноги нашей здесь не будет! Выживем! Надеюсь, выживем! Thank you.
Заходи, сталкер. Посидим. Поболтаем. Мужик, ты чё задумал? А ну слезай оттуда нахер! Эх.
Ну-ка, сейчас попробуем новый инструмент. Дело совсем другое. Хорошо звучит чертовка. Так, а если попробовать сыграть эту? Ага, дай вот так попробую. Да, отлично выходит. Спасибо, мужик. Дружил, сталкер, спасибо тебе. Теперь душу себе вправить в любой момент смогу.
следуй, сталкер, по зоне. Тут бац, прощимся. Так, работаем тихо. Сначала вырубаем часового, потом спокойно режем остальных и забираем хабар. Все понял? Ну тогда поперли.